И вот дальше посмотрите, какие опасности, существуют опасности к тому, что человек может выбрать все-таки не личностное становление, не духовный рост, да, а все-таки вот такую психологию вот... толпы, подростковую психологию. Во-первых, конечно же, у человека нет вот этого индивидуального опыта, образцов правильного поведения. А кто вообще, по идее, должен вот этот опыт предоставить каждому подростку, взрослому человеку, но который еще не повзрослел, а находится в периоде его только становления? Как вы думаете, кто помогает? Родители, учителя. Опять вся та же самая категория, которые должны находиться в активной части общества. Активные учителя, правоохранительные органы, психологи, священнослужитель, конечно же, обязательно, ну и... Врачи. Врачи. Понимаете, вот и получается так, что опять вот этого индивидуального опыта правильных решений, да, образцов правильных решений отсутствует у человека, опасность. А подросток смотрит на этих людей и говорит, ну уж если им так можно себя вести, чего ж тогда вы от меня хотите? То есть идет полная мешанина. Если мама говорит, как плохо употреблять наркотики, но ребенок с детства видит, что мама глотает различные транквилизаторы, таблетки. Ну, потому что папа пьет, и мама таким образом справляется с стрессом. Ну, что бы она ни говорила про наркотические вещества. Или что когда отец сделала? Говорит, знаешь, сынок, курить очень вредно, ты никогда этого не делай. Все, естественно, нет образцов вот этого правильного решения. И получается полная мешанина у человека, и понятно, что очень сильная опасность. Как результат, мы все остаемся в подростковом, вот этом вот подростковой части общества. Ну, не все, но все, потом нам трудно, таком, да. Ну, а потом нам трудно из этого вылазить, конечно. Вылазить трудно. Дальше, внешние и внутренние противоречия в условиях неопределенности, это тоже опасность. Ну, давайте вот, чтобы было понятно. Что условия такое... неопределенности. Да, условия неопределенности, когда... Возникает такая, знаете, двойная ловушка для каждого из нас. Такая ситуация. Ситуация двойного какого-то непонимания. И с этой стороны вроде бы что-то не то. И здесь не так. Но с другой стороны, и тут хорошо, и тут здорово. И вот что выбрать в этой двойной ловушке? Ну, например, смотрите, ребенок пришел на дискотеку в школу, например. Да? И вот все веселятся, и вот этот вот стоит этот и тут мальчик, компания, которая лет, является вот этой вот всей такой самой элитой школы. Подходит ему и говорит, слушай, ты классный парень, пойдем пошли с нами. Вот, о, здорово, да, мы хочу быть с вами. Мы давно за тобой наблюдаем, ты вообще нам подходишь. Он знает, что если к ним принадлежать, тебя никто не тронет, тебя все в школе будут уважать, ты будешь вообще грозой всей школы. Ну, какому подростку этого не хочется? Он идет с ними, они его принимают, обнимают, и потом, знаете, под шумок пускают коробочку по кругу, и он видит, таблеточками. Что все берут эту таблеточку, он знает, что это... Ну, экстази или наркотик какой-нибудь. Или какой-то наркотик. И он понимает, что вот сейчас, если он возьмет, да, он будет с ними, он будет в их компании, но он знает, что ему говорили про наркоманов, он знает, что ему говорили про наркотики, он знает, что ему говорили и про вот зависимость. Ситуация неопределенности. Брать или не брать таблетку? Что он употребить этой ситуации или не употребить? Понимаете, вот, вот она такая вот ситуация, когда вроде бы внешние есть и внутренние установки, и они вступают в некое противоречие в такой ситуации. Вот. И каким образом человек из этой ситуации выйдет, уже будет определять, он делает шаг в сторону субъектности или он делает шаг в сторону отсутствия субъектности, или в сторону зависимости, в сторону пассивной части общества. Мы присутствовали на одной лекции, он был замечательный врач, психолог, который очень хорошо разбирается в этом материале. И на одной из лекций мы вдруг стали замечать, что люди стали, ну, как-то подходят, что-то спросят у него и уходят с лекции. А говорит он такие очень важные вещи, именно по зависимости и созависимости. И потом, когда мы уже к нему подошли, мы почувствовали от него, ну, запах, так сказать. Алкоголя. Да? Запах алкоголя. И вы знаете, к концу этого дня примерно две трети слушателей ушли. И потом просто, ну, мы жили в одном общежитии там, и к нам подходили, говорили, слушайте, ну, как вы можете к нему ходить? Он говорит про зависимость, а сам пьяный. Мы такого а слушать даже не будем. Даже слушать не будем. Он вообще, и вообще мы не понимаем, как на такой вот серьезный симпозиум. Вот возникла ситуация такая неопределенность. Вроде говорит правильные вещи, а сам употребил, да? Сам выпил. И вот вроде бы люди попали вот в эти вот условия, понимаете? А тут еще и все встают, и все выражают свою духовность такую, понимаете? Вот и вроде бы как, и вот вышли. Что потом выяснилось? Что потом выяснилось? Выяснилось, что... Это вообще чудо, что этот семинар состоялся, потому что он был после операции. И он очень был болен. И лекарство, которое он принимал, растворялось только вот именно на таком серьезном растворе спиртовом. И он принимал лекарство для того, чтобы вообще быть в состоянии читать этот лекцию. Семинар. Но понимаете, но люди попали вот в эту ловушку. Возникла опасность их субъектности. И они пошли на поводу своих стереотипов, стандартов и так далее. И они, понимаете,
приняли решение, которое было совершенно нелогичным, не в пользу субъектности в той ситуации. То что они это? Повели себя как подростки. Понимаете? Ах так, значит, фу. Вам. И ушли. Знаете, каково было, я уж там не говорю, что эти люди потеряли, уйдя и не получив то, что потрясающе вообще дал этот человек во время семинара. Ну, давайте еще подумаем, каково ему. То есть пойти вот такая вот ситуация это. Неопределенности, она ведь возникает часто в нашей жизни, правда? Наступили на любимую мозоль в транспорте, как это неопределенность. Как себя повести? Да. Обругать человека или сказать спасибо большое, конечно, что у нас с вами такой тактильный контакт, но у меня мозоль болит. Ну, не знаю, каким образом выйти из этой ситуации. Но очень трудно. Вот она ситуация. С одной стороны, внешняя, с другой стороны, внутренняя боль. Что? Как здесь себя повести? И... Поэтому здесь вот самое главное, какая является задача взросления человека? Это, конечно, обретение способности самостоятельно принимать ответственные решения. Вот это самая главная задача взросления. То есть мы не учим людей, которые приходят к нам, неважно, пришли к нам на консультацию по поводу семейных вопросов или пришли с тем, чтобы решить вопрос зависимости ребенка, созависимости собственной, неважно, помочь человеку принимать правильные решения. И тогда, если человек будет сам принимать ответственные решения, ему будет легче вот в ситуации неопределенности сказать «нет» любой зависимости. То есть не просто себя правильно вести, потому что все ведь ситуации не рассмотришь, правда? А именно научить в каждый момент жизни самому принимать решения, а не бежать за помощью, не бежать там за какими-то советами, за подсказами, как действовать правильно, потому что если вдруг что-то не получится, будет виноват другой человек, который дал этот неправильный совет, ну и так далее, и так далее. Он должен сам отвечать за то, что происходит с ним самим. Вот эта вот самая главная задача взросления, конечно, стоит перед активной частью общества. И в первую очередь перед теми самыми учителями, психологами, священнослужителями, конечно же, как помочь людям повзрослеть. Ну вот, например, в притчах, 14 глава, 15 стих, очень замечательные слова написаны. Притчи, 14 глава, 15 стих. Здесь написано, что глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. То есть изучать нужно, смотреть, что происходит, как происходит. Если вы будете читать Евангелие от Луки, там первые самые его стихи апостола Луки говорят о том, что действительно необходимо в первую очередь исследовать. Первая глава, 3 стих об этом говорит. «И рассудилось мне при тщательном исследовании». То есть прежде чем что-то он стал говорить, писать, он сначала все исследовал, все анализировал. То есть помочь людям начать исследовать искать. Вообще все то, что они видят в своей жизни, да, принимать правильные решения только по результату собственного исследования, а потому что умный человек что-то сказал. Вот если человек начнет исследовать, тогда он научится сам принимать верные решения. Ну или очень хороший для нас с вами, для всех, хороший пример, когда апостол Павел пришел к верийским верующим. Помните, что они сделали? Книга Деяний, 17 глава об этом говорит. Да, 17 глава, 11 стих. Замечательное для всех людей такое указание. И назидание. И назидание. «Здешние верийские верующие были благоразумнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Даже апостола Павла они проверяли, действительно ли он говорит то, что говорит отсюда. Может, что-то он добавляет? Кто бы что бы ни говорил. Все надо сверять с истиной, в первую очередь. И принимать самостоятельное решение. Вот если мы научим этому людей самостоятельно принимать решение, даже если эти решения будут не совпадать с нашими, считайте, мы добились результата. То есть мы научили людей самостоятельно мыслить. И следующая вот эта задача взросления имеет несколько составляющих. Да? Во-первых, конечно, конкретность. Обязательно нужна конкретность. То есть, скажем, если к вам подходит дочь и говорит: «Пап, вот ты знаешь, прям чувствуется, вот в парня в одного влюбилась, и прям вот не могу себя держать, он и так, я, конечно, знаю, что это не очень хорошо, но вот чувствую, что меня понесло». И если папа скажет: «Будь благоразумной, дочка». Ну совет понятно. Совет замечательный. Замечательный совет. Кто бы, если папа скажет: «Молись, дочка», совет замечательный. Ну а что конкретно? Конкретно, делать? Ну да. А как себя вести конкретно, понимаете? То есть вот вывести на какую-то конкретику, вот это обязательно составляющая задача. Конкретно, ну, дочь, что я тебе могу сказать? Вот вспоминая прошлые годы, я могу тебе сказать, что бы я тебе посоветовал. Ну, ни в коем случае, конечно, нельзя показывать, что он тебе нравится. Но если ты чувствуешь, что не сдержалась,
и с ним поговорила 15 минут, такая вся восторженная, тут же подойди к кому-нибудь еще, неважно, к девочке, к мальчику, и поговори. К бабушке. Так же восторженно 15 минут. Чтобы у него не строилось ничего в голове. Чтобы ни в коем случае ты каким-то образом не унижала себя в этой ситуации. Держись, дочка. Да, сейчас это такой возраст. Ну, какой-то конкретные какие-то вещи нужно обязательно обсуждать. Вот это составляющая задачи. Твоя задача сейчас не лениться, а учиться. А что конкретно? Как это должно происходить? А что если тебе? Гормоны бушуют? А если ни о чем больше думать не могу? Конкретно что сделать? Сын, мне помогало, я под холодный душ вставала. Ну, конкретно что-то. Обговорите в этой ситуации, да? То есть вот эти вещи, обязательно должна быть какая-то конкретика. Обязательно обговаривать все малейшие какие-то моменты, которые приходят вообще в жизнь человека. А правильный ответ мы все знаем, мы все духовные. Что там? Ссылаться знаем, куда и какую цитату прочитать. А конкретно? Вот в этой конкретной ситуации. Следующая составляющая задача взросления – это поиск способов конгруентного взаимодействия своих чувств, мыслей, своих ощущений. Вот еще раз, вот это вот важно. Конгруентное взаимодействие. Ну, вспоминайте чувств, математику, конгруентные фигуры – это подобные фигуры, которые не противоречат друг другу, они одинаковы. Конгруентность, то есть непротиворечивость такая должна возникать между мыслями и чувствами. И неразрушительные. И самое главное, они должны друг друга разрушать. Вот смотрите, наркотик, он приводит к тому, что чувства, мысли, ощущения в единстве. Приводит? Конечно. Но это не конгруентно. Почему? Потому что разрушает человека. Разрушает. А вот тут важно найти конгруентный выход. В той же самой ситуации, когда мальчик не может учиться, у него в голове одни девочки порно и так далее. Когда девочка не может ни о чем думать, у нее романтика по поводу мальчика. Вот помочь нужно найти конгруентное решение в конкретной когда ситуации. Когда подросток сидит в игровых этих самых всех вещах, там стрелялки или еще что-то, у него мысли, чувства все одни, единое целое. Единое целое. Да, Но это тоже его разрушает. Потому что это не конгруентно, потому что это разрушает и противоречит вообще замыслу человечества. Понятно, да? Конечно, должна быть самоцелостность, то есть целостность единства всего. Восприятие себя не только сейчас, в настоящем, но помочь человеку увидеть себя и в перспективе будущего. Учитывая опыт прошлого. То есть вот это вот такая, что ты здесь сидишь не просто потому, что вот ты вот здесь сидишь, а потому что где-то когда-то так сложилось, что ты сюда пришел, то, что здесь сейчас происходит, это не просто так вот само. Нет, в этом есть какой-то смысл, который в будущем, ты узнаешь, для чего это нужно было. Вот оно такое восприятие самоцелостности. Конечно же, должно быть обязательно согласование я реального и я идеального. Вот как у апостола Павла. Вот помните, как он говорит, бедный я человек. Что делать? Чего не хочу, делаю. Чего хочу, не делаю. Вот она идет, рассогласованность. Он знает, как быть правильным, духовным, как правильно поступать, а в то же время рассогласовывается. Кто избавит меня от всего тело смерти. Да? Вот важно согласовывать. Апостол Павел дает ответ, каким образом это все согласуется. Через покаяние, через прощение, опять через попытки, опять через жизнь, опять через служение. Конечно, мы все хотим быть лучше. Конечно, у нас у каждого есть идеал. Такой я идеальный, каким я должен стать. Но обязательно вот это нужно согласовать с тем, каким я сейчас являюсь и что я делаю для того, чтобы достичь вот этого идеального я, своей я-концепции. Ну, мы понимаем, что мы идеал никогда не достигнем, правда? Почему? Достигнем там. Ну, там. Вот, а здесь у нас действительно это постоянное вот это вот стремление. Да, стремимся быть. И дальше следующее. Наличие внутреннего источника возможностей. Вот это мы бы сказали, наверное, вот составляющее. То есть источник, который помогает нам принимать правильные решения. Даже в этих ситуациях неопределенности. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Знаете, мы вот самые востребованные сейчас лекции вообще, самые востребованные вот в администрации, в комитете по делам молодежи, с которым мы сотрудничаем вот уже год, именно лекции по построению отношений между молодыми людьми. Сейчас эти лекции просят проводить в школах для старшеклассников, в вузах. И вы знаете, и нас попросили обучить команду волонтеров. То есть мы обучили команду студентов. Сейчас они уже ходят вот с нашей программой, с нашими вот, презентациями в школы, в старшие классы и рассказывают там. А построение отношений до брака. Вот. Как себя в чистоте хранить?
Что и делать? Почему это важно? Когда играют гормоны, когда хочется романтики, хочется отношений. И почему важно сохранить себя в чистоте? Ради будущего детей, ради будущего страны, ради будущего своего и вообще семья. Ради того, чтобы выполнить свое предназначение здесь, на Земле. Да, вот, то есть вот такие они читают семинары. И вот я помню, один из семинаров мы проводили в нашем авиационном университете. Там нам собрали где-то порядка 300 человек, был огромный актовый зал, и вот там, значит, сидят огромная аудитория, студенты с разных курсов были. Ну, как-то кто был, видимо, на той паре, вот их всех вот как-то вот собрали к нам. Вот, и мы прочитали как раз вот о том, почему важна чистота, почему важна девственность, к чему приводит, если вдруг где-то что-то нарушается, как это все ликвидируется, последствия, да, и так далее. Обо всем мы там рассказали. Конечно, была разная реакция, но в основном, кстати, вот оттуда у нас самое большое количество волонтеров потом пришло, именно вот с этой аудитории. Вот, и потом, знаете, к концу лекции подошел один молодой человек, ну, такой высокий, такой симпатичный парень, уже сформировавшийся практически мужчина. Он говорит, я студент 5-го курса, я подошла вам сказать огромное спасибо, вы с меня сняли такое бремя, вы даже не представляете. Дело в том, что, говорит, вот этим летом я женюсь на самой прекрасной девушке, вот, самой замечательной, вот как вы говорите, она моя принцесса, я ее принц, вот мы как-то вот так. Вот она живет в другом городе, и вот как раз этим летом я еду в тот город, вот, буду там работать. И все эти 5 лет, пока вот я училась в институте, ну, в принципе, 3 года, правда, друг друга знаем, вот, на меня все просто наседали. Девчонки напрыгивали. Живу в общежитии. Живешь в общежитии. Твоя там невеста далеко. Ну, что тебе надо? Никто ничего не знает. Ты, наверное, ненормальный. У тебя, наверное, что-то не то с гормонами. Ну, что ты за мужик такой? Смотри, сколько девчонок. Ну, причем не только парни это говорят и девчонки. И девчонки. Ну, что ты в самом деле? Прямо, говорит, напрыгивают так. Я же ничего от тебя не требую. Ты просто мне нравишься. Ну, что, ну, давай там пойдем перетусуемся. Ну, вот такими вот самыми. И я, говорит, все время, говорит, знаете, вот чувствую, мне противно. Вот девчонка ко мне подходит, вроде сексуальная, вроде все, прям красавица. Мне противно она меня касается. Я думаю, что правда у меня что-то не то. Вот представляете, говорит, я вот шел и думал, наверное, что-то не то, наверное, меня что-то не так воспитали родители. И вот, говорит, сейчас я вам, первое, что, говорит, я вот вам подошел вас поблагодарить. Второе, я сейчас же прям вот иду звонить родителям и благодарить их за то, что они меня воспитали. Правильно. Правильно. И что вот этот стержень, который у меня вложили, это стержень правильный. И в-третьих, я понял, что действительно, моя девушка – это моя принцесса, а я ее принц, у нас все получится. Понимаете, вот когда эти вещи слышишь, понимаешь, понимаете, вот нас с вами ждут. Вот нас ждут вот эти ребята, нас ждут эти студенты, нас ждет эта молодежь, чтобы мы пришли и рассказали им, почему рушится семья. Да потому что начало неправильное. Почему остаются брошенными старики и дети? Да потому что изначально строится все неправильно. А это нужно идти. Понимаете, вот этот внутренний стержень, даже если где-то не заложен в семье какой-то молодого человека, вот так это же в любой момент его можно начать закладывать, этот стержень. И формировать. И формировать. И это необходимо. И вот если в эту задачу мы включим формирование такого стержня, замечательно, человек научится принимать решения, и он их примет, эти решения, правильно. Ну и решение конкретной задачи индивидуального взросления каждого человека – может быть найдено в результате вот такого следующего поведения каждого человека. Во-первых, это может быть проявление субъектности. То есть, вот смотрите, возникает какая-то ситуация неопределенности, ситуация риска. И вот как в этой ситуации человек себя поведет? Вот если он проявляет субъектность, вот как тот молодой человек, на него напрыгивает девочка, естественно, у него реакция, а он тем говорит, не менее нет, говорит у меня убеждение. «нет». И вот каждый раз, когда он проявлял свою субъектность, происходило развитие его личности. Причем развитие не только его, понимаете, субъектность, как правило, работает и на то, что вокруг люди начинают хотя бы по чуть-чуть. Вот чем хороша субъектность, тем, что в результате взаимодействия таких субъектных личностей, да, происходит развитие обеих окружение, сторон. Да. Обе стороны получают развитие. Но возможен другой вариант, когда человек просто проявляет адаптивность. Ну, например, этот парень как мог сказать? Он не обязательно же был говорить, я не буду, я не занимаюсь сексом вне брака, как он это говорил. Он мог сказать, ну, я сегодня болею, ну, у меня сегодня нет настроения, я сегодня не хочу. Мог он так сказать? Я сегодня устал. Можно было так сказать? То есть, с одной стороны, быть как все, вроде бы как адаптировался, и это остановка в развитии. То есть, как бы это ни хорошо, ни плохо, ни тебе, ни всем, ну, ты никто, вот, остановился в развитии.
А может быть, третий вариант поведения в такой ситуации? Когда человек проявляет инфантильность. Да, правда, девчонка далеко, все так себя ведут. Родители не узнают. А это напрыгивает на меня, сама говорит, никаких потом ко мне претензий, а тут еще и резиновые изделия, а, без проблем, да? И в результате вот тут уже идет деградация личности. И человек попадает в зависимость. Понятно, да? Вот. То есть вот три поведения в таких ситуациях. Первое, субъектность проявляем и развиваемся. Не только сами, но и мир вокруг нас меняется. Второе, это адаптивность, то есть мы приспосабливаемся каким-то образом. И третье, как все. Все, тогда идет остановка. И вот сейчас давайте мы с вами последний, так сказать, момент выведем и сделаем маленькую практичную работу. Вот самый такой вывод к тому, что мы сейчас с вами говорили. Что нерешенные в подростковом возрасте задачи взросления трансформируются в различные комплексы личностной неполноценности и всевозможные виды зависимости. Еще раз. То есть, если мы не решаем те задачи, которые стояли перед нами, пока мы были подростками, или вышли из этого подросткового возраста, но так и не повзрослели, если мы эти задачи не решаем перед собой... Неважно, сколько нам, 15 лет или 55, то есть мы по-прежнему подростки в своем разуме, в своем сердце, в своей личности, то эти... То есть, вот стоит нам... Казалось бы, мы вроде бы уже начали какие-то задачи решать, брать на себя ответственность. Но стоит нам где-то посануть и проявить либо адаптивность, либо инфантильность, все, у нас автоматически возникает либо комплекс неполноценности, либо какая-то зависимость. То есть это действительно так оно и происходит. Понимаете?